Это банк данных о детях-сиротах на интернет-портале правительства Архангельской области opeka29.ru. Десятки и сотни мальчишек и девчонок, оставшихся без попечения родителей. За каждым фото маленькая жизнь и большая трагедия. Каждый ребенок нуждается в семье. Каждый. И поэтому мы стремимся всех детей, которые по тем или иным причинам остались без родительской опеки, передать в замещающие семьи. Москвичка Татьяна Лужина – логист поставок авиационного топлива. К осознанному решению взять чужого ребенка на воспитание шла лет 5. В поисках материнского счастья за полгода облетала уже всю страну. Интернет в помощь и данные портала привели ее в Архангельск. Такая вот логистика Божьего промысла. Зашла на сайт, там совершенно очаровательный мальчишка Игорь. Вот, он мне очень понравился, я позвонила. Ну, мы решили, что мне, наверное, надо все-таки приехать, встать там на учет. Получится с ним, нет, неизвестно пока. Встреча, возможно сказать, удачная, потому что на сегодняшний день мы определились по ребенку, которого она пойдет познакомиться в учреждении. Одного контакта, чтобы решение о приеме в семью состоялось, как правило, недостаточно. Иногда этого не случается вообще. Тут на помощь специалистам в общении с кандидатами приходит опыт и банк данных. Каждая строчка в банке данных – это о многом говорящее событие. Вот. И эту каждую историю, которая попадает тебе, в общем-то, на бумаге или в электронном виде, ты ее представляешь воочию. Как благодарность за этот труд – счастливые дети и счастливые семьи, которые их обрели, когда звонят родители и приходят с приемными детьми.